Здравствуйте, мои любимые подписчики. Сегодня продолжаю снимать свой сериал «Беспредел» на Воронежском заводе контактной аппаратуры. Сегодня 6 августа. Сейчас расскажу, что было вчера. Полчаса остается до конца работы. К нам выходит колдовщица и говорит: на завтра работы нету. Ну, я попросила написать заявление на БС, что принесли мне пустые бланки. Мне приносят бланки, которые уже заполнены, где написано: прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы. Вот такие. Я не стала такое писать, попросила пустые бланки. Мне приносят бланки. Я в этом заявлении пишу на предоставление мне очередного отпуска в связи с отсутствием работы. И решила отнести Елене Павловне на подпись. Один себе забрать, другой ей оставить. Приношу ей в кабинет. Такое ощущение, что человек первый раз такие заявления увидел. Она сказала подойти минут через 20. Ну все, я подождала время, прихожу через 20 минут. И что? Кабинет закрыт. Ее нет просто. Я прислушиваюсь, слышу, она в кабинете бумагами шуршит. Постучала к ней. Сказала, что я слышу, что она в кабинете, чтобы она мне отдала заявление с подписью. Она не открывает. Такое ощущение, что человеку лет 5, хотя уже 40. Пора хоть по закону работать. Ну, я спряталась в коридоре, стою, жду, слышу, открывает дверь. Я захожу туда, и начинается у нас разговор. Я сейчас на диктофон записанный, сейчас послушайте. В общем, закончилось тем, что меня выгнали из кабинета, и все. Сегодня я вышла на работу, пока работы нету. В общем, продолжение сниму дальше, что будет. Все, пока.